сборной Греции, которая, по сути, ничего бы и не меняла. И со стратегической точки зрения весьма неплохой результат, а это удар и гол. Сборная Боснии пропускает уже на 4-й минуте, и это Тома Мунье, забивающий ударом в одно касание, и в этом отборочном турнире он просто неудержим. Это его босница в атаке. Очень неплохо. И опасный момент может возникнуть. Удар в ближний угол. Тибо Куртуа правильно сложился. Ногами погасил этот удар. Ну и пока 1-0. Так. Опасный момент. Удар поворотом. И вот теперь уже боснийцы отвечают своим довольно запоминающимся моментом. И это... передачу в штрафную площадь. Опасный момент. Джеко. Прострел, рикошет и гол. Счет становится 1-1. Боснийцы все-таки последние минут 15 были гораздо более активны в атаке, чем их соперники. И просто дожали. Ну и плюс поймали бельгийцев на вот этой паузе, которая была связана с выходом на поле Леандера Дендонхера. И... ну, отличный пас и отличный отбор. А тем временем Вишча, удар и гол! 2-1. Босния выходит вперед. Как неожиданно под разговоры о Найнголане случился этот голевой момент. Настолько неожиданно, что всех застал врасплох, в том числе и защитников сборной Бельгии, которые оставили у себя за спиной абсолютно одного 19-го номера полузащитника Эдина Вишчу. Его разыгрывает Мертенс, удар, еще удар, и невероятно, но Асмир Бегович дважды выручает свою сборную. Два удара в упор, и дважды Асмир Бегович спасает свою команду. Азар в штрафной площади, сильный прострел, Бегович едва не ошибся. Но там было нападение на вратаря, поэтому мяч все равно останется у хозяев. В руку. И дальше остается на ногах. Азар, красиво, удар и великолепный прыжок Враниша. И еще один момент, снова Враниш ложится под этот удар. Да, бельгийцы... в ногах. Но зато вынос вперед, и там за мяч есть кому зацепиться. Караско разворачивается. Удар! Бегович, удар и гол. 2-2. Не удержал герой первого тайма Асмир Бегович этот мяч. В том числе и потому, что льет страшнейший ливень. Так что погода, похоже, не только за хозяев. Дождь, в конце концов, не боснеец. Дождь, просто дождь. 2-2. Тельманс, удар поворотом, и выручает свою команду Бегович угловой. Юрий Тельманс. Удар поворотом, и 3-2. Ян Фертонген празднует так, будто он раньше играл за сборную Боснии, но это не так. 3-2. Сборная Бельгии возвращается в игру. И все, кто заходится за спиной у Роберто Мартинеса, довольны. Но это еще не все. 69-я минута. Еще 20 минут без малого играть. Два мяча Вич. Он тут совсем один. Еще одна подача. Скидка или удар. В итоге, по сути, не получилось ни того, ни другого. Проигрывала Уэльсо в четвертьфинале чемпионата Европы. 1-3 в официальных матчах. И 3-3 сейчас. И 3-3 сейчас. Думич забивает этот мяч. 3-3. Невероятная игра. Невероятная игра. И еще ничего не ясно. Я еще раз повторяю. 10 минут я округлил. Этого бывает достаточно для всего чего угодно. И боснийцы об этом знают прекрасно. Забрасывает мяч. Туда нет положения вне игры. Караско. Удар. Гол. 4-3. 4-3.
что еще приготовят команды. Такое впечатление, что бельгийцы, когда хотят, тогда и включаются в игру. Когда хотят, тогда и выключаются. Где-то там есть тумблер, который у них в распоряжении. И они им балуются. Состав трансформер, но ты понял, чьи именно знаешь недавно, а чьи уже запомнил. Гэнг-бэнг в твоем доме, ДФН первый номер, бренд-феномен. Состав трансформер, но ты понял, чьи именно знаешь недавно.